Я и инвестор, и партнер проекта, и часть команды Solar Group. Я в проекте как инвестор около 4 лет, а как часть команды Solar Group это, наверное, уже второй год. Я думаю, что это потрясающая конференция, потрясающие эмоции. Очень интересно, когда пришли люди, которых объединяет одна общая идея. Это идея вокруг максимально прогрессивной технологии, технологии, которая меняет и в будущем, и уже сейчас меняет жизнь людей. Это технология создания электродвигателей. Это то, что должно нас, как человечество, двигать к новым горизонтам развития, к новым горизонтам комфорта. Мы все знаем, что сейчас уходят старые парадигмы. Это бензиновые двигатели, это там дизельные двигатели. И мы так или иначе двигаемся в мир зеленых технологий. И очень интересно, как люди из разных стран, объединяясь, общаются, думают и все вместе создают это более прогрессивное, более интересное, более экологичное будущее и являются частью одной команды. Я думаю, это потрясающе. Ну, какие были сомнения? Конечно, постоянно в плане сомнений, о чем я думал, о том, что чуть-чуть затягивается производство, чуть-чуть медленнее мы двигаемся по достижению поставленных целей. И одной из мотиваторов для меня было присоединиться к части IT-команды, чтобы как чуть-чуть ускорить достижение глобальной цели первоначальных инвесторов. И мы со своей стороны, как IT-команда, это одна из лучших в России, как смеют шутить, что там в России и в мире. Мы создаем лучший инструмент, чтобы приблизить это будущее. И сегодня я, как обыватель, поглядел, что на самом деле было построено, что существует уже это огромное здание, что оно оборудовано, что оно физически есть. На самом деле очень реально воодушевляет работать и приближать это будущее еще быстрее. И очень много вопросов было снято, почему там чуть-чуть произошло дольше, в связи с чем это связано. Мы посмотрели очень много партнеров, которые продают двигатели, которые занимаются уже выходом на конкретные рынки. Что есть там Индия, что есть Китай, как это все происходит. Это очень воодушевляет и создает довольно благоприятный такой ментальный фон, чтобы двигаться дальше. Это круто. Это круто понимать, что ты не один, что ты часть одного глобального коллектива, что мы вместе, как люди, строим нечто большее, нечто прогрессивное, нечто, что будет, наверное, частью этого мира даже после того, как мы этот мир покинем. Однозначно, и Solar Group тому пример, потому что я как IT-стартапер, IT-предприниматель, я больше из венчурного рынка, из рынка и мира, где предпринимателям и стартаперам приходится находить маленькие фонды, фандрайзить постоянно раунды, раунды перетекают в большие раунды. А тут просто одна идея, одна производственная машина, народные инвесторы, каждый сам является частичкой маленькой такой инвестиционной венчурной компании и помогает двигать вот это вот единое предприятие. Думаю, это не только уникальный опыт, это и уникальный метод продвижения технологий и развития этих технологий в мире. Сейчас стало модно говорить о зеленых технологиях. Это стало модно не только у нас на таком евразийском континенте. Об этом наконец-то стали говорить в США. Как мы видим, акции зеленых компаний стали расти вверх после прихода Байдена, тем более. И администрация современная в Америке делает ставку именно на зеленые технологии. Сейчас назревает, мы все это видим, коллапс классических, традиционных энергоресурсов в мире, и зеленые технологии, наши двигатели и технология «Славянка», она может, конечно же, помочь решить этот кризис в более производительном русле, тем более видя, что сейчас эти двигатели уже могут делать. Это просто поразительно, когда можно посмотреть, что вот этот вот зеленый муравей может вечно двигаться каждый день, потому что там работают двигатели «Славянка», а он работает просто на солнечных батареях. Это что-то фантастическое. Я думаю, нам
нужно делать больше таких конференций, больше посвящать пользователей в конечные продукты, которые уже созданы, показывать, как эти двигатели могут использовать в конечной продукции, объединять людей и ускорять развитие этой технологии в мире.